Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня мы смотрим работы Шарль Люсьен Леандра, французский карикатурист, художник. Родился в Шапсекре, учился живописи у Эмиля Дена и Александра Кабанеля. Шарль Люсьен родился 22 июля 1864 года. Его отец был мэром города, в котором они жили до своей смерти в 1868 году. В 16 Леандр познакомился с художником Эмилем Деном, который наставлял его. Леандр получил несколько наград за свои художественные таланты в 20 лет. С 1887 фигурировал в числе экспонентов салона, где он демонстрировал множество портретов и жанровых картин. Но его популярность связана с его комическими рисунками или карикатурами. Я пользуюсь данными переводной Википедии. Публиковался в Лерите, какие-то другие работы в других журналах поставили его в первое место среди современных карикатуристов. Помимо своего вклада в сатирические и комические журналы, он издавал серию альбомов, создал общество юмористов в 1904 году, замечательные литографии, разработал множество памятных плакатов, получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в 1889 году. В 1900 году на следующей Всемирной выставке он был среди 5 художников-литографов, выбранных для создания 2 композиций на выбранную тему. На этом конкурсе он получил золотую медаль. Был рыцарем почетного легиона. В 1921 году получил почетную медаль Общества французских художников в разделе гравюры. В 1925 Шарль Леандр получил звание офицера почетного легиона, как я уже говорил. Умер на улице Калинкур, Монмартр, в 1934 году. Ну, вот такая небольшая информация о художнике Шарль Люсьен Леандр. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.